Черт, твоя идея.
А давайте лес вырубим. Дерево сейчас дорого, продать можно. Я вырублю! Нафига же самого вырублю? Лесоруб, если лес вырубить, где жить тогда будем? А может, нет? Ой, Леший, заткнись! А то ты сейчас такое придумаешь, что мы потом все вместе будем к тебе в тюрьму ходить, передачки носить. Нет, надо такое, чтобы раз и навсегда. Поляна с зеленой травкой, сюда промыла на кочек и грязь. Ничего не вижу.